вывороченная полностью. Консервация на полу. Я говорю, а зачем? Ну вот сказала, что дома ребенок ждет. Вот. В окно выскочила и ушла. 2 часа ночи. Куртка ее тут. Дети все у меня. Тапочки домашние, начнутся. Вот. На улице -10. Вот. Ну как-то она добежала. Потому что мы пока выбежали, ее уже не было, значит, потом позвонили, она сказала, ребенок, да пришла, она спит, говорит, здесь. Она добежала она как-то. Я когда спросил, зачем? Она говорит, ну как, ты же пел в песне, говорит. Не забирают у меня окон, я все равно убегу. Я говорю, отлично, 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 отлично. Догорела свеча, выпит чай, съеден торт. Ты боишься смотреть мне в глаза. В мире, где ты живешь, я 3 года как мертв. Выпить кофе, ну что же я за? Этот мир так реален, храним и весом. Ну а ты, как и прежде, мила. Я пришел в этот дом, вспоминая о том, что в ладонях так много тепла. Ты не очень-то рада, ну что же я знаю, мой приход предвещает беду. Ты поищешь эту целость домашнего рая, а не волнуйся, я скоро уйду. Я здесь очень недолго, но все же я понял, я не самый желанный твой гость. Но за час неприятных тебе разговоров я подставлю свой крест под твой гвоздь. Тишина повисает над нашим столом, но я знаю, о чем мы молчим. Я люблю этот путь, путь уверенно в том, что однажды он станет моим. Да, я знаю целебные свойства вина, крепкий кофе и трубочный дым. Только лучше всего, что я выпил, до дна был хрусталь родниковой воды. Болтал слишком много, будь здорова, спасибо за чай. Вот вернулся твой муж, он сопит у порога, до свидания. Вернее, прощай. Песня была написана с натуры как-то. Вот я так зашел к своей старой подруге, в общем, которая, я на жениться собирался жениться когда-то, но поскольку я когда был молодой, со всеми был, я был гораздо более буйным, чем сейчас. То есть, что я там что-то устраивал самые однообразные вещи, начиная там от. Ну там было все, начиная там от наркотиков, кончая там прыжками через крыши, там, ну, как бы, все было. Конечно, девушка была нормальная, она этого дела сегодня не вынесла и ушла. Вот. Меня так задело, что вообще-то она ушла, я очень долго переживал. И как-то спустя там какое-то время решил помириться. Ну, приехал, значит, мириться, жила она. Жила на 5-ходках, как сейчас помню. Вот. Ну, к сожалению, я очень долго ее ждал. Пока я ждал, я купил бутылку портвейна и стал разминаться, потому что думать, как же я ее встречу, потому что кто-то речь готовит. Но когда она пришла, я уже был, конечно, готов. Дон Педро, да, сидел Дон Педро, и она стала краснеть, бледнеть, что-то она ожидала, что я приеду, я смотрел на нее и говорю, ничего ты краснеешь, бледнеешь, как кастрат, так оно не свадьба. Вот. Она сказала, ты такой же идиот, и убежал, и значит, вот на этом, значит, я понял, что не получилось ничего. Но потом, когда мы еще встретились, я уже был взрослее, умнее, я уже не говорил таких слов, потом, но уже ничего не получилось, конечно. Я же присмотрел свой взгляд на семью, там, на нее и вообще. Вот. А эта песня написана с натурой. Я когда зашел в гости, мы долго сидели, там, вспоминали, там, как планировали, как бы сложилось бы, если бы, и так далее.
И тут пришел муж, пришел, уже я его хорошо знаю, очень меня увидел, стал сопить, стал страшно. Значит, он вытирал ноги, я потерял, сопел жутко совершенно. Я понял, что, в общем, надо валить, потому что вот, это же, как, значит, не знаю, есть такая дурацкая газетенка «7 дней». Там было интервью с сэром, одно с сэром, значит, с диджеем из Питера Слон, там был такой диджей. Вот. И, конечно, сэр его уделал по всем параметрам совершенно, потому что там задавали вопросы одинаковые тому и тому. И вот вопрос такой, я помню, значит, когда спрашивают, если приходит, там, допустим, вы приходите с командировки, а ваша жена в постели с любовником, ваше действие, или наоборот, вы любовник. Ну, диджей говорит, этого не может быть. Так вот, и все. А сэр говорит, ну, я, наверное, бы набил морду жене. Надо вопрос, а любовнику, вдруг он сильнее, говорит сэр. Значит, совершенно правильно. А если бы ты был на его месте, я бы мужа уболтал. И таки, да, уболтал. Вот. И на вопрос, когда значит, вы там сидите в кафе, и когда приходит час расплаты, у вас нет денег. А вы с девушкой. Что вы сделаете? Он говорит, я бы девушка расплатился, сэр, говорит. А диджей говорит, у меня, опять-таки, такого быть не может. Ну, у нас не может, конечно. Святое дело. Ну, еще как-то у меня была такая вот манера писать песни пророческие. Как-то мы писали песню, которая называлась, в джунгле называлась она. Мы ее очень долго не пели на концертах, потому что... Вот. Как-то, значит, мы ее спереди сказали, а потом я оказалось, что у БГ тоже такая песня есть, «Джунгли». Как бы оказалось, что, в общем-то, хотя написали, видно, я написал видно раньше, написал. Он как-то выше намного вообще. Я решил, что надо выкинуть из репертуара, и выкинул. Но когда прошло много лет, оказалось, что песня была почти пророческая, там я спою, и понимаете, почему. Чем отпить, жрать? Когда нам будет нечего жрать и нечего пить, когда в наших квартирах отключат свет и перестанут топить, тогда мы выбросим на улицу все, что успели за годы скопить. И мы пойдем в джунгли. Когда беда станет болью, а привычкою боль, когда патроны будут цениться дороже, чем наша любовь, нам выпустят кровь, и мы пойдем в джунгли. Когда птицы улетают на север, а рыбы уплывают на юг, когда волки покидают волчиц, а рокеры теряют подруг. Когда солдаты проверяют затворы, втыкая в землю штыки, а заключенные грызут запоры, но, слава богу, мы от них далеки. Если мы идем в джунгли, мы идем в джунгли. Как-то мы людей концерты делал концерт, вот, и людей не было вообще, поэтому я как-то морально готов был к тому, вернее, не был готов морально к тому, что люди будут. Поэтому все песни такие, они старые, апробированные, есть песни новые, которые я там желанием еще строил, я специально готовился, спою все новые песни, новые совсем ой, старые. Пой новые. А? Пой новые. Новые я не смогу спеть сейчас просто. Пой, пой. А можешь, пожалуйста, спеть «По звезду Марии»? Кого-кого? «По звезду Марии». Не, не могу. Эта песня жестокая песня, значит. Я написал... Просто песня хорошая. Хорошая? Откуда вы знаете, интересно? Не, ну я слушал неоднократно, очень хорошая. Откуда?
Ну как, на записях. Как Ирки в записях, я нет на записях. Не серьезно, я нет на записях. Это факт. Ее нет на записях. Есть в вашем исполнении. Уволит мужик, казалось, что он нет, серьезно, я нет на записях. Есть на записях, мы вместе послушаем. Дело в том, что мы ее пили последний раз, в году, наверное, в 78-м году. О боже, нет, я просто не помню, честно говоря, эта песня, значит, она такая революционно-военная, там, в том числе, что-то. Она, если мы пели в годах 80-х, она вот как Стёб звучала, наверное. Написана она от чистого сердца. Не, хорошая песня. Не менее рискует свет. Кстати, ведь слова тоже помню. Да? Снегу по тонкому льду, ломающий когти, глотающий снег на ходу. Бездомной собакой, не знающей, где отдохнуть, где его цель и куда его путь. Стерегут. И пуля на крупного зверя, капкан на каждом шагу. Но горло сжал ветер, и вой оборвавшись умолк. Полнежной степью уходит куда-то во тьму. Одинокий волк. И облако века застыло над бельмом луны. Цвета человеку, а нам черно-белые сны. Лишь логово гола, но нет ни черта за спиной. Сквозь сжатое горло доносится оставленный вой. Но он одиночка, никто не возьмет это в долг. Кровь красной строчкой расчертит полотнище там, где прошел одинокий волк, одинокий волк. Загадочные случаи, когда песни нравятся, допустим, я играл в Москве в клубе, а потом подошли у меня бандиты московские, там как они кидали знакомых, поехали ко мне домой. Ну, поехали, там на самом деле особо-то не откажешься, так как это. Поехали, пили, но закончилось все хорошо, закончилось на самом деле, потому что мне в конце подарили пистолет. Сначала дарили арбалет. Я говорю, мужики, в натуре, ну как я повезу ему домой, чтобы здоровье отмороли. Они говорят, ну ладно, говорят, уговорил. И подарили мне пистолет, ТТ, говорит, новый почти, не стрельный почти. А жена говорит, ты дурак, говорит, ты все оружие раздавил уже. Ну я его там оставил, я не вез его в Харьков, но дело не в том. Дело в том, что вдруг внезапно, вот я там пел песни какие-то свои, вот, и он говорит, ты знаешь, говорит, вот песня, это про меня.
Так что хотя бы про меня думали, у нас только общего думали. Как и странно, они что-то бывает понимают, и бывает у них что-то даже что-то замыкается в мозгу. Песня была такая. Он любил ее так, как пожалуй, никто никого не любил никогда. Он входил в ее окна с ночной темнотой, чтоб еще раз услышать заветное «да». И любая ему отдала бы свое тело, душу, а что с них еще взять? Но беда была в том, что он был для нее лишь мужчиной с порядковым номером 5. Он умел отрываться от грешной земли, он дарил ей себя самого. Но другие 4 всему, что могли, научили ее до него. Он бы мог научить ее петь или дать. Видишь звезды, шагни и возьми. Он бывал в ее доме, но его знала мать, как мужчину, чей номер от 3 до 7. Сгорая от ревности, видел ее по ночам в эротических снах. Просыпаясь от крика в холодном поту и с улыбкой на бледных губах, он придумывал ей 100 000 имен, он писал их ночами в тетрадях. Она была с ним, но он был хоть убей, но мужчиной с порядковым номером 5. Он читал ее имя, он хранил ее пряди, он писал с нею 100 картин. Он был счастлив, когда находился с ней рядом, с его женщиной номер 1. А потом, как во сне, целовал ее руки, умоляв стать своей женой. И она соглашалась, но он становился вдруг мужчиной с порядковым номером 0. А однажды он понял, что очень устал, что сгорели, поблекли слова. Он ушел и уже тем же вечером спал в доме женщины с номером 2. Он любил ее так, как никто никого, он остался бы с ней насовсем. Но беда была в том, что, не зная того, он стал мужчиной под номером 77. И бедный бандит, настолько просто он ей сказал, что я просто понял, что на самом деле они тоже люди. Нет, даже... И в свободное время, когда того, как они там ломают голову, я думаю, там выставляют людей, они тоже хорошие, хорошие, добрые, честные люди. Нет, я был, кстати, удивлен, кстати. Я потом уже понял, что кто это, потому что когда мы сидели за столом уже сидели просто, я не знал, кто это такие, там еще в клубе еще. Просто у пацана был крест на пузе, вот такой вот, такой вот. Это была золото, платиновая вставка и бриллиант. Я слабо разбираюсь, но просто видно, что вещь такая. Вот такое же кольцо такое же. Кто же такое может себе позволить носить? Причем так, в открытую совершенно. Я спрашиваю аккуратно, потом своего пацана знакомого. Он говорит, так это же говорит тут бригадир местный. Московский, он держит метелицу. Вот как раз клуб метелицы, это его. Хочешь там выступить? Я говорю, хочу. Так туда не доехал, кстати. Это еще такая тоже вещица из новых, тоже кто-то понравилось, почему-то там тоже понравилось страшно, хотя я почти никогда не пел. Глаза в глаза и вокруг
меня просто очень сильно болит голова, поэтому у меня явления склеротические есть. У меня просто есть дедушка моего партнера, он известный кардиолог, невропатолог. Он, ему 90 лет, он очень говорливый, он любит говорить мне. Ты знаешь, что такое болезнь Эльцгеймера? Это маразм. Я беру маразм, склероз. Я говорю, нет. И когда берешь ложку, говорит, и думаешь, куда ее ставить, в рот или в жопу, говорит. Понял? Я говорю, доступно, говорит. Это одна его была фраза козырная. Вторая была, когда он говорит, я сделал вывод, говорит. В молодости у человека все члены мягкие, а один твердый, а в старости все твердые, один мягкий. Дедушка обогатил. Туман, проливные дожди и промозглую серую слякоть. Я такое увидел, что впору остаться седым. Я терял, что имел, и учился от боли не плакать. Я прошел через все и надеюсь остаться живым. Мне светили с небес голубые косматые звезды. Отражали в зрачках, и на них было больно смотреть. А какая-то сволочь вбивала мне в руки огромные ржавые гвозди. И твоими глазами смотрела красивая рыжая женщина смерть. Я летал в небесах, я парил опьяненный любовью. Истек мой песок, и пришлось обернуться назад. И красивая рыжая смерть подошла, и неслышно ступая, пришла к изголовью. И у смерти был твой, затуманенный грустью и нежностью взгляд. Я наполню пустые глазницы своими слезами. Я найду неизвестные целому миру слова. Я возьму твою боль на себя, успокою тебя неземными своими словами. И от них захмелеем мы оба, и кругом пойдет голова. Тоже я не вспомню вообще. Я просто лучше отдельно готовлю, потом спою еще раз. Просто, не знаю, кто-то слыхал сейчас альбом БГ вышел новый? Лилит, который, да. Слыхаю. Ну и как? Не, просто я вообще так... Давай. Не, просто интересно, потому что я очень ревниво смотрю на то, что он делает. Потому что когда он моложе, мне очень нравился, сейчас все хуже и хуже. Духовные искания. Да. Мальчику. Чем дальше, тем лучше. Ну там Дилановская группа, конечно, молодцы, там от точки до точки. Ну, нет, это сказано хорошо. Просто мне это лучше, то, что было раньше, лучше. Лучше музыка. Как он старый рассыпал, что-то новое. Ну, конкретно нового ничего. Ну вот, так вот просто меня убило что, там что название Лилит, знаете, что это такое, да, вообще, или нет? Что? Ну вот, я то, что я хотел сделать альбом, даже такая песня из-за главной была написана по этому поводу давно очень. Лилит это была первая женщина, созданная Богом до Евы. Вот она сделала, он сделал женщину, как и мужчину, не из ребра Адама, а из праха земного тоже была сделана женщина. Но она оказалась настолько своенравная, настолько она была, значит, она была умнее, чем мужчина, и да, и наказывала самого начальника, что он решил ее уничтожить. Так он и сделал, и, да, он сделал Еву, сделал из ребра Адама, поэтому женщина какой-то. Вот, но было такое выражение, значит, познавший Лилит, уже не может там относиться нормально там, к остальным женщинам. Просто вот это там такой познавший Лилит. Но, кстати, Лилит это не только первая женщина, это еще есть в мифологии у скандинавов есть такой ночной дух страшный, который питается спермой мужчин.
Честное слово, значит, вот, да. Она, значит, нападает и вас не высасывает, пущирует через это дело. Совершенно серьезно. И также, да, да, господи, полюционный сон активно получается. И опять же, Лилит, это в астрологии черная луна. Есть такое понятие, в астрологии колоса черная луна, это тоже значит, называется Лилит. Ну, Буря всегда много читал, хорошо это сам. Это из какой-то песни? Какой? Я не вспомню, просто честно слово, я не готов морально. Понимаешь, так получилось, что я с больной головой морально не готов. Подскажи лучше что-нибудь, что спеть, а? Тут очень поможно. Кометой протаранив сердце, когда душа сыграет скерцо на струйках желтого песка, разбив пробугу головой, сводя самим собой счеты, в мое окно ворвутся ноты и позовут меня с собой. Эй, старый дудочник, возьми меня с собой и научи меня играть. Я буду петь, я буду торговать травой, а если нужно, воровать. Когда вином из чаши стечет на пыльную дорогу, уйдет в песок и слава Богу, недолговечная любовь, когда-то сохнут на кустах знамена белые сирени, последний вздох отдам свирели с улыбкой полной на устах. Возьми меня с собой, где светит солнце круглый год, туда, где ветер, где кусты, где крепкий чай и дикий мед. Стены, лишь в коридорах словно вены, в угарном городском бреду. Но воздух чистых первый лед, лишь мы вдвоем на целом свете, не золотой дыры ветер, и в косы волосы сплетет. Старый дудочник, возьми меня с собой, я не заставлю сожалеть. Ты сможешь стать моей несбывшейся мечтой, а с ней не страшно умереть. Старый дудочник, возьми меня с собой и научи меня играть. Я буду петь, я буду торговать с собой, если нужно воровать. А эта песня написана на чем-то чисто, я тоже подражание Дилану. Есть такая песня Дилана, есть «Мистер Тамбурин Мэн». Все знаете о чем? Когда идет дедуган с тамбурином.
постукивает, а кто торговал вообще? Кто ходил? Это ж, каких торговали, траву торговали раньше, вообще, и прочее дрянь. Они били в тамбурин в Америке, и народ бежал, чтобы покупать свой косяк. И как-то меня это очень вдохновило в свое время. Я Дилана переводил много и понял, что хорошо, это близко. И такая песня получилась. Как-то мы хотели клип снимать на нее даже. И Короткова снять главный ролик. Нет, он дал согласие, дал. Просто, да. Вот, там как-то должен быть маленький мальчик, такой маленький прыщавый мальчик с плеером, который слушает и вот видит большого дядю патриарха, который, значит, как светило, прям маленький молодости. Не мальчик, не я, естественно. Каша полная, на самом деле, правда. А, значит, сидели мы недавно совершенно случайно, вот опять же с моим товарищем, очень хорошим музыкантом, тоже сидели, обсуждали, какие вышли новые альбомы вышли. Ну, это как-то мы послушали одновременно, там «Машину времени» там новое, это Савковое, да? Мы не берем там, допустим, вышел новый «Кокер», шикарный, совершенно, «Рунный стол» отлично, значит. А вот наша, это вот «Святое» наших каких-то. Подводку. Продолжение обсудить. Ну, мы поставили «Машину времени», послушали, потом послушали этого самого Алису Дурень, поставили, мы поставили тут «Гребня Лилит», и послушали мы еще, а «Чижа» поставили, послушали «Бомбардировщики» тоже. И кто? Попса. Ну, попса, конечно, хороший, сделан как хорошо. И послушали Максима Леонидова поставили тоже, поставили редко. Ну, так-то все там. В конце пришел сэр, пришел в конце с водкой. Сел, послушал, выпил и заснул за столом. Вот мы его толкаем, я говорю, Елда, Елда. А у нас такого, мы так называем Елда. Я его Елда с детства, две Елды. Елда и Елда. Елда, Елда. Я говорю, скажи честно, что тебе споришь, что тебе понравилось больше всего? Он проголосовал, Леонидов говорит. Остальное, а, ну, все. На утро я его спрашиваю, таки да, он, таки да, ты знаешь, говорит, я вот помню сквозь сон, эту карту, я говорю, все говно, Леонидов говорит, да, светлая музыка. Замерзая в сугробах постели, задыхаясь от нежных объятий, я скрывался в заброшенном теле. Я кроил себе новое платье, убегу, только нервы наружу. Я зароюсь под землю на метры, напишу себе новую душу желтой кистью осеннего ветра. Тебе стой, единственной ночи я прикован, как раб на галеры, а любовь — это высшая мера. Замени мне ее одиночкой. Одуревший от выпитой водки, раздираемый внутренней болью, я бы сгрыз золотые решетки темной ночью, мечтая о воле, я бы спел бы тебе полным голосом, я бы создал тебе нового бога. Только вот я раздетый, да голый сам, и на картах ложится дорога, убегая, спасаясь, отдам врагу на съедение старую веру. Высшую меру замени на бессрочную каторгу. Утопая в слезах непролитых, увязая в своих обещаниях, проходящая буря не тронет их, они до смерти боятся прощания. Я взорву твое честное логово, я согрею наш мир пожарами, не успев в этой жизни многого. Пусть
погибнем от этого жара мы. Пока все, что нажито, роздано, я уже не сумею быть верным, а любовь эту высшую меру замени мне ее свободою, замени мне любовь свободою, замени мне любовь свободою, замени мне любовь свободою, замени мне любовь свободою, свободою. Кстати, а чем вообще Чижбас, думаю, понравился? Нормально. А? Старая. Не, ну старая, это же песня чужие. Просто дело в том, что это, опять же, сэр сказал фразу козырную совершенно. Чиж, когда был. Скоро ты будешь как совет совковый Джо Кокер, говорит. Писать не надо. Открывай рот, да пуй, говно всякое. Он чисто сказал, что я буду писать не дальше, что я обещал писать. Харьков, наверное, назад. А? В Харьков он надо назад. Нет, в Харьков не надо 100%. Сергей, да, вот. Ты потом можешь спеть попытку в Киевском? Да. У меня просто есть ряд блюзов, в которых написано, я вообще почти не пил никогда. Это блюз посвящается он правительству, нашему, там, бывшему, прошлому. Когда они меняются, отношения к ним остаются. Предлагают нам жирный кусок, им на поверку окажется кость, и боль телетайпом лупит в висок, и где-то в груди зарождается злость, но я не возьму у них ни черта. Предлагают хоть пищу, хоть крышу, мы уже у черты, и вот эта черта. Но знала бы ты, как я их ненавижу. Я уверен, за все, все уже вырванных лет они заплатят за каждый день. Не нравится им, затем крадется мохнатая тень. Нам за тысячу лет не отмыться от грязи и вовек не стряхнуть этот страх. Но пойми, дорогая, какой будет праздник, когда мы увидим их всех на столбах. Когда лишают всего и куда-то гонят как скот. Ну а пока они сами боятся, но лгут, хотя что-то кричат о престиже. Ты скажешь, что я непростительно груб. Пойми, я ведь слишком их всех ненавижу. Почему-то так получилось. Как-то нас очень часто сравнивали вот, давно, тогда еще лет 10 назад, с аквариумом. Поэтому я обиделся, написал песню, когда так и называлось. Думаю, драть так драть. И она посвящалась тем, кто нас сравнивает с аквариумом. Вот, играли мы ее как-то в Питере, на концерте в Питере. А звук был такой не очень хороший, то местные панки только слово «козлы» услышали слово. И как-то его хитро к себе адресовали. И вот получилось, когда я смотрю на сцену, когда во время песни, летит какой-то мужчина, летит из-за лесара, с гребнем, и тянется к моей примочке, тянется, естественно. Вот.
Я расстроился, и ему по рукам прошелся, как умел. Он не угомонился. Я снова лезет на сцену, снова уже стойки на профон. Я прошел, впихнул на выход в зал. Вот. В конце концерта выходим мы за, это было значит, на площадке на летней, за кулисы, так называемые, стоит толпа людей. Вот там панкетки, это нечто наше, настоящее, с виду, по крайней мере. И говорят, ты на кого погнал, чувак, говорит, за козла ответишь. Нет, так вот дословно просто. Я думаю, ну думаю, все же, как же надо отвечать. Но самое смешное, что мы договорились в конце концов. Они оказались так понятливы в конце концов, значит, даже как-то потом дружили одно время. Вот, а козлы песня звучала так. Мама, среди тех, кто кричал, были те, что особенно злые. Я был схвачен при попытке к бегству, оскоплен и завязан в узлы. И один с наслаждением пинал меня в бок, а другой сосал мою кровь, а третий связал мои нервы в клубок и спустил натасканных псов. И раз 15 говорили, что я эпикон, и раз 500, что я похож на БГ. Я как старый ублюдок, воевавший за трон, пришел с войны на деревянной ноге. Они стремятся уколоть побольней, а после прячутся поглубже в углы. И пусть я эпигон, но я не боюсь повториться. Как умели о том, что болит. Нам говорили, это все плагиат. Но мы хотели делать так, мы шли как могли. А что они-то пошли, они взад. Эй, вы торговцы рок-н-роллом на злобу дня. Вы все поете только то, что в цене. Вы слишком долго добивались огня. И вот сегодня ваши спины в огне. Я не хочу быть аутсайдером в этой игре. Мы слишком долго обшивали углы. И пусть я не корректен, но я не боюсь быть неправым. Я задыхаюсь упорно, как крот.
можешь подумать, что я идиот. Нет, это попытка к бегству. Ты так прекрасна, что можешь позволить себе подставлю себя. Хоть каждый день можешь стрелять мне в живот, но позволь жить с тобой по соседству. Наверное, ты думаешь, что я идиот. Нет, это попытка к бегству. Настолько много ты хочешь иметь. Ты выбираешь минимум жизнь. Я получаю максимум смерть. Я в противофазе, но мне наплевать. И мне, в общем-то, некуда деться. Что это движение вспять? Нет, это попытка к бегству. Замок порван с мясом. Не помню. Не, просто я хочешь, давай сделаем специально спеть только новую песню. Я сейчас сделаю, которую я ни разу не пел. Потому что на самом деле у меня их очень много. И так получилось, что я просто, поскольку морально не готов, я боюсь петь песни новые, потому что я вас не вспомню. А ты не бойся. Много. И, а? Ты не бойся, ты старые не помнишь. Да. Начинается песня «Боже мой, дело», скажи, на первую строчку, будешь ничего. Боже мой, дело. Да, это могу. Синяя дрожь над красной рекой и вечный покой. Куда я сейчас? Туда, где вода, туда, где вечная жизнь и слово всегда, туда, где крылья сирен укроют тенью мой сад. Закат. Куда я лечу? Туда, где нету тебя, где я смогу все забыть.
не жить не любя, тут там, где светлая лень и сладкая грусть. И я не они твердят, доверься врачу. Они ждут меня каких-нибудь слов, но я упрямо молчу. Но сердце сжалось до плотности камня, и в висках стучит теледаев. Они считают молчание мое началом холодной войны, и каждый по-своему прав. Лица под марлей, а глаза острее клинков. И стеклянное чудище каплю за каплей подменяет лекарствами кровь. Но белые стены моей больницы внушают тоску и сон. Эти люди силком подвели меня к краю, я сегодня готов на все. Но я вдыхаю утренний воздух, терпкий от запаха трав. Они считают молчание мое началом холодной войны, и каждый по-своему прав. Каждый прикован к своей кровати, кое-кто попросту спит. Одиноки, но вряд ли сегодня время для личных обид. Но очень мало осталось надежды, и душа ужасно пуста. Ну что же, если не будет свободы, то хоть совесть будет чиста. Сегодня слишком далек от любви, подчиняться приказам устав. И тот, кто считал молчание мое началом святой войны, конечно, был прав. Жизнь как война, на душе тяжкий груз. Пей, девочка, пей, ночь пусть. Пой, девочка, пой, громче и злей. Пой, не умолкай и не жалей. Куда не бьют, пой, пока есть о чем, пой, и пусть потекут
льет слезы ручьем. Пей, девочка, пей, будет полней. Пей, выпусти злость и боль вместе с ней. Все обиды свои согри их в кулак. Пей, девочка, но ты помни, кто враг. Плачь, девочка, плачь, слезы рекой. Плачь, ведь кто сможет жить с этой тоской? К черту твой этикет, дай свободу слезам. Но здесь яркий свет и больно глазам. Знаете, сейчас новые новогодние никто хороший. Когда стоит, ночь новогодняя, стоит милиционер. Мороз страшный, он танцует, значит, ходок танцует, значит, нет ни одной машины. Пустые карманы, водки нет вообще, то есть он злобный, значит. Вдруг едет Мерседес 900-й. Он, значит, свисток в рот, палкой машет, Мерседес останавливается. Он подходит, значит, палкой всего, тук-тук-тук. Стекла опускаются, 4 таких рыла. Золото, в красной пиджаке автомат. Он, хлопцы, а корадовать можно? Страны мечты становятся явью, сбываются сны, косые струны дождя легли на асфальт и зазвенели, как сталь, и зазвучали, как аль. Я увидел ее, я сказал себе стоп, я хочу быть с ней, а потом хоть потоп. И он, улыбнувшись, сказал, пойдем, и сухое небо захлебнулось дождем. Пусть не съест, а свинья не продаст. Я обрезал концы, я отбросил балласт. Я кинулся к ней, ожидая чудес, но ее глаза меня спустили с небес. Над этим небом она сказала,
сказала, мы живем в слишком разных мирах. Мой багаж это только разорванный брак. Я улыбался сквозь слезы, чувствуя боль, но это был не инфаркт, а всего лишь любовь. Убегающих дней, мы тихо жили с ней в клетках дождей. Какой печальный финал, все начиналось не так. Нам снились синие реки и горы в цветах. Под этим небом, под этим небом, под этим ласковым небом, под этим розовым. Черта, они говорят, ну что ж, это умные люди, мы им не чета. Вода не с-под век, слабеет надежда, что станет теплее, и все, что нас держит, всего лишь вода, но она словно клей. Я все рассчитал, отдаем любовь. Как просто быть щедрым, когда нищета. На улице ночь, на круглом столе остывает наш чай. Они дураки. Закрой плотно дверь и скажи им прощай. Мы выйдем под дождь. Мы выйдем утром, я все рассчитал. На улице ночь, подоконник черта, а за ним пустота. Послушай, проснись, ты и так слишком долго спала, как трудно летать. Когда вместо пальцев обломки крыла, открой свою дверь, и тебя понесет по великой реке. Мы были глупы, мы платили оброки тоске. Шепни нам пароль, мы молча уходим, не нужно врача. Сердечная боль, это та же печаль, куда там летать, когда твоя вера настолько проста, но ведь ты не Мария, да и мне далеко до Христа. Каков мой ответ? Ну что ж, если хочешь, изволь, в тебе 20 лет. Горячим свинцом выжигали любовь, осталась лишь боль. Как признак того, что нас ждет впереди, помножив на ноль, свои беды раздали всем долги. А я не умен, но все это где-то на левой груди. Забудь этот сон, забудь мой ответ, а сейчас уходи. На улице ночь, на улице дождь и гроза на пути. Лети, я тебя умоляю, лети. Лети, я тебя заклинаю, лети. Лети. Зима.
небо мир сквозь радугу слез. Но что проку в слезах, ведь тебе не достать до небес. Я один из немногих, кто трогал рукой небеса. Зима, кокаин с белых веток, оседает на твой воротник. Сегодня ты смотришь на мир сквозь решетку ресниц. Но что проку от птиц тому, кто уже никогда не взлетит? Я один из немногих, кто знает их странный язык. Кокаин с белых веток, кокаин с белых веток, кокаин, кокаин, кокаин. Зима, этот ветер опять ровно в полночь ворвется в наш дом. Сегодня ты смотришь на мир сквозь призму стекла. Но к чему зеркала, если нам все равно не увидеть себя? Я один из немногих, кто знает, что там за стеклом. Кокаин, кокаин, мне нет дела до всех твоих бывших мужчин. Кокаин с белых веток. Зима, этот праздничный вечер оборвется смертельной тоской. Сегодня мы там далеко от весны. Чему эти сны, если ты не умеешь разгадывать их? Я один из немногих, кто понял, к чему этот сон. Цвета здесь осень в ползимы, здесь лето не лето, и птицы летят, и их манит вода, и запах печеного хлеба. А я не могу улетать, я люблю это небо. Здесь тени, как темени, здесь свет в пол накала, здесь руки, как петли, здесь губы, как шала. И что меня держит, любовь или страх? Я не уйду, а к чему бы, а куда мне идти? Я слишком люблю эти губы. Любовь за любовь, словно око за око, проклятие в спину. Что меня ждет, и чья в том вина, что я их советом не внемлю. Но как я могу улетать? Я люблю эту землю. Я люблю эту землю. Я люблю.
Сергей, бэйби. Бэйби, пошли. Бэйби. Да не помню даже, не вспомню это сейчас. Вспомни еще что-нибудь из этого самого. Бэйби, я видел тебя 10 жизней назад. Бэйби, я видел глаза, звезду, это были глаза. Я проспал 10 лет, я увидел 3000 снов. Я ловлю твою тень, но каков мой улов? Бэйби, я отправился вниз по реке с молоком на губах и с синицей в руке. Бэйби, я проглотил червяка, я крепко сижу на крючке. Я давно уже здесь, почему? Бэйби, я держал твою руку, я уверен, что это не сон. Бэйби, ну что за награда платить за любовь обручальным кольцом? Ты родилась под знаком тельца, я родился под знаком беды. Бэйби, это наш сад, а это следы. Мечтой. Я впитал этот яд с молоком. В прошлой жизни ты была королевой, а я, кажется, был дураком. Бэйби, ну как оценить ветер, воду и дым? Я бы хотел поджить, но я уйду молодым. Кстати, хороший альбом был, я люблю это небо. Да, альбом. 22 сразу. Вспомнить песню, это только смерть исправить тебе человека. Нет. Я помню, но это самое. Это совсем, уж давно прошло. Вернее, я помню, да, потому что не спою здесь, это что-то пробовая песня. Она такая очень слабенькая, смешная, кстати. Эти песни с того же периода, примерно. Я привяжу к забралу твой шелковый шарф, твердой рукой возьму под усы коня. Где-то вдали я приму на себя удар. Только молю об одном, не забудь про меня. Моих надежд заросло травой. Вырос в бурный поток ручеек на вид. Небо багровое с траурной черной каймой. День превращаясь в ночь, никого не щадит. Вера в твою любовь согреет в пути. Я не один, надежда всегда со мной. Если один из нас где-то будет убит, в землю за первым след тут же ляжет второй. Ты знаешь, если я не вернусь, то не обессудь. Значит, удар под дых уготован судьбой. Но солнце низко, а только начал мой путь. Впрочем, ты знаешь, ты жди, я вернусь за тобой. Но солнце низко, а только начал мой путь. Впрочем, ты знаешь, ты жди, за тобой.
сейчас есть в планах уже, есть такой план довольно близкий. Я хочу записать альбом малоизвестных песен Высоцкого. Это давно уже хочу просто, но вот когда вот в Питере записали, в Питере там все эти питерские бригады, если помните, да? Да, «Странные сказки». Там, честно говоря, только один Кинчев спел, это достойно спел из всех. Ну, еще Чаев еще как-то еще. Ну, это плохо он спел. Нет, «Калинамус» хорошо работает. Группа-то хорошая группа, но песня она не такая, она более напористая. Переверьте, на нее голос такой более... Голос, да, а музыка не хороша. Слю хорошо спел. Я сейчас сделал несколько песен, которые должны войти, должны тоже. Вот одна из них, помните, такая песня была у Высоцкого, она очень, не очень известная, она называется «Райские яблоки». Я однажды умру, мы когда-нибудь все умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отбивают и балуют раем. Не скажу о живых, а покойников мы бережем. Грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее на бок, и ударит душа на ворованных клячах в галоп. В бледных дивных райских садах, где полно бледно-розовых яблок, жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Подскакали, гляжу, пред глазами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное ничто беспредел. Посреди ничего возвышались литые ворота и огромный этап 1005 на коленях сидел. Как ржанет коренной, я смирил его ласковым словом и репьи измочал, еле вырвал им гриву, заплел. Бородатый старик очень долго возился с засовом и открыть не сумел, и кряхтел, и пыхтел, и ушел. А измученный люд и не стал ни единого стона, но на корточке вдруг с онемевших колен пересел. Здесь малина, братва, нас встречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, а над кругом распятый висел. Всем нам благо подай, да и много ли требовал я благ. Мне, чтоб были друзья, да жена, чтоб выпала на гроб. Ну а я уж для них наберу, блин, на розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых. Это Петр Святой, он апостол, а я остолоп. В дивных райских садах, в коих прорва мороженых яблок, жаль, сады сторожат, и убит я без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от мест этих гиблых и зяблых. Кони бросят овсу, да я закусил у дела. Над обрывом с кнутом, понад пропастью пазуху яблок, я тебе привезу, ты меня из рая ждала. Как же хочется спеть на прощание, можжевеловый дым, не могу вспомнить первую строчку. Ты придумай, сейчас. Мне
слово вспомнить с первого куплета, да, с можжевеловый дым пойдет, да? И... можжевеловый дым пойдет, тебя не расплодит. Грехов кишковой. Да,
там, где ветер раскачивал крыши домов, а дома все пустые, где на 1000 верст, да на 10 веков ледяная пустыня, где горячее солнце на скулах косых, да с ума за плечами, где пустые леса человеческий крик принимают молчанием, где в лесу мужики, побросав топоры, дружно вышли на побед. Да, веселье пошло, только водку на стол, да стаканы на скатерть. Где колючая ночь, да холодный простор, да разбитые нервы, а вытащили свой крест, получая по 100, а пахали как негры. Где лечил мои раны, да боль утолял добрый знахарь, да в кармане дыра и пустота в закромах, а пошел бы он и на. Только водку на стол, да стаканы на скате. Сергей, коварный вопрос. Коварный вопрос. На прошлом сборище ты говорил, что ты каждую осень пишешь. Да, я написал осень. Ты не спел ту осень, которую ты тогда сослался, что ты не дописал. Ты ее дописал? Нет, я дописал осень, которую. И я еще одного написал, еще одного, да? Я сейчас не могу испеть, к сожалению, потому что просто не вспомню, честно говоря. Просто когда песня новая, ее надо попеть хотя бы раз 5-6 от компании, чтобы она как-то обкаталась. Мелкая игру как раз. Вот. А когда компания, сейчас у меня как-то нет в компании, сейчас все мои знакомые, тупо когда собираешься, выставляется, живут как раз толк. Начинается раз, а поскольку я, в принципе, крепче, чем многие мои друзья, то обычно они досыпают на столе, вот, там, пожалуйста, на работу, там, на жену, на все остальные, вот, все уже лежит в оливье и спит. Просто у меня есть мой хороший товарищ, он бывший у нас звукооператор группы, сейчас он как будто директор Интерфакса, как мы сказали. Ну, как-то мне было мне очень грустно там. Очень плохо там, дома мне паршиво. Я значит, звоню, взял телефон, к кому позвонить. Звоню в одно место. Говорит, приходи в гости. Вот, думаю, ладно. Значит, позвонил в 5 мест, везде получил приглашение в гости, приехал к моему другу значит, из Интерфакса. Ну, мы с ним сели, значит, там, вот у нас такая традиция давняя есть. Мы с ним, это больше лет на 15, плохо там садимся, значит, там убиваем. Потом он там шалит, я домой иду, обычно он шалит. Как-то он постарше, у него квартира была своя. Там мы с ним сели выпить тоже немножко. Ну, выпили немножко, как положено. Я ушел домой. Ну, я там потом шатил, бог с ним, звонит мне жена и говорит, слушай, говорит, это сволочь. Я говорю, в чем дело? Короче, он решил помыть посуду. Загрузил посуду в стиральную машину. И включил ее. Но поскольку стиральная машина, значит, была окруженная посуда, я была, не хотела вращаться нормально, она вот так ходила и упала, значит, так вот. Вот он, видно, поднимал ее, сел на нее верхом и заснул, значит. И вот когда жена пришла, значит, она, где этот идиот на машине, круглая была такая, ничего, старая, стиральная, значит. Значит, где носит целые тарелки и спит муж. Ну, а как-то я к нему шел, смотрел, что не было такой цокольный этаж, смотрел, значит, жена его держит за френч, держит его, и кричит, сними очки. Он говорит, не сниму, она говорит, сними очки, снимает, сковорода, я помогу сковородой. Он уже раз очки обратно надел. Я же думаю, идти или не идти. Как бы вот здесь семейная сцена, мне сейчас нехорошо. С другой стороны, как-то значит, друга надо выручать. Он значит, звонит, открывает дверь жена, а у него была жена первая, была старше на 10 лет, вторая младше. Этот человек утекает. Он стал дедушкой, ну, приемным дедушкой стал. 28 лет, это вот рекорд своеобразный.
стоит жена, говорит, мы тут уборку делаем. Выходит какой-то с красным лицом, говорит, вот, да. Ты заходи, говорит. И он так очень радуясь при этом. Вот. Так вот мы с ним в этом году, значит, решили, как тоже, как я позвонил ему, он говорит, приезжай. Мы с ним сели там, я ему жаловалась на то, что работа достала, что хочется заниматься музыкой, там, тарам-тарам-тарам. Вот, что как бы сделать так, чтобы работу бросить, заниматься музыкой постоянно. А мы с ним раньше вместе работали, очень много ездили вот, по гастролям, по разным. Ну, много вообще, на самом деле, поездили с ним. Вот, и он сочувствует мне сильно очень. Как-то. Но факт тот, что я от него ушел, где-то часа два ночи, ушел домой, уехал, утром в 7 утра встал, значит, сделал ребенку уроки, поехал на работу, 9, а он встал в 4 часа дня. И когда я ему позвонил, он где-то часа в 4 дня, говорю, Юра, он говорит, ты как? Я говорю, ну я в 7 утра, говорю, на работе, он говорит, наверное, я стал старым. Вот, а это на самом деле не потому, потому что когда есть разные цели питья, один человек пьет, чтобы напиться, другой, чтобы расслабиться. А допустим, я пытаюсь расслабиться, у меня не получается. Я могу выпить, ну, то есть я нормально. А он, ему хорошо, у него жизнь так устроена, размерена. Поэтому он так. Ну, начнем закончить, когда опять меня сбилось настрой. 8-3. Я не спою 8-3, я просто не помню, честно говоря, понимаешь, 8-4, вернее. Я написал, на самом деле, я в следующий раз обязательно выучу и спою, клянусь, без дух. Боже, дно вообще не пилось на меня. Когда не можешь обнять, думай обо мне, я знаю.